Здравствуйте, в эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». Эпопея Международного олимпийского комитета и российскими спортсменами выходит на финишную прямую. К сожалению, эта прямая для отечественного спорта усыпана не розами. Атлеты могут поехать на белые игры в южнокорейский Пхёнчхан лишь под нейтральным флагом. «Тюменская арена» собрала мнение иностранных медиа по поводу спортивной трагедии. Канадский холдинг CBC, конечно же, говорит о хоккее. Журналисты из страны кленового листа подчеркивают, что Олимпиада в Пхёнчхане станет первой с 1994 года, в которой не сыграют игроки из НХЛ. Без россиян эти соревнования еще больше потеряют в статусе. Если все же российская сборная приедет в Пхёнчхан, то золото им практически гарантировано. Французский медиагигант L'Équipe выпустил большой лонгрид о жеребьевке чемпионата мира и отстранению России от Олимпиады. Он называется довольно масштабно – о Путине, спорте и русской истории. В тексте автор пытается доказать, что спорт стал одним из главных инструментов современной власти. Тем не менее, представители L'Équipe соглашаются с позицией МОК. Может ли МОК действовать иначе? Россия нарушила основы олимпизма, подтасовывая игры. Допинг-пробы 25 спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи, были признаны положительными. Явно российские власти не принимают все необходимые меры по очищению авгиевых конюшен. Например, кто возглавляет комитет по борьбе с допингом в России? Виталий Смирнов, который уже был министром спорта при Брежневе. Американский телеканал CNN решил посмотреть на отстранение России с финансовой точки зрения. Согласно имеющимся данным, только за период с мая по сентябрь на российское расследование было потрачено почти 7 миллионов долларов. Эта сумма состоит из нескольких частей. Приблизительно 3,2 миллиона – это расходы команды специального прокурора Роберта Мюллера. Сюда входит все, начиная с принтеров и заканчивая зарплатами. Помимо этого, 3,5 миллиона были потрачены другими сотрудниками правоохранительных органов, которые не работают напрямую на Мюллера, но также участвуют в расследовании. И эти деньги были бы потрачены в любом случае. Весной мы ожидаем свежей информации по этим цифрам. Передает из Лозанны корреспондент CNN Лора Джаред. Немецкий таблоид Bild пишет, что ряд германских спортсменов и тренеров считают, что МОК принял верное и взвешенное решение. По их словам, Международный олимпийский комитет поступил правильно, применив драконовские меры к махинаторам и в то же время позволив выступить чистым российским спортсменам под нейтральным флагом. Bild во время интервью со многими немецкими спортивными чиновниками неоднократно ссылается и подчеркивает важность показаний перебежчика Григория Родченкова. Иран и Россия разыграли первое место на турнире четырех наций по мини-футболу. Хозяев устраивала ничья, но свой план бронзовые призеры чемпионата мира перевыполнили. У команды Сергея Скоровича в этом матче не получилась игра в атаке. Соперники же свои шансы реализовали. Вплоть до концовки первого тайма на табло сохранялись нули. А на 18-й минуте Джавид вывел иранцев вперед. Он же в дебюте второй половины удвоил преимущество. Россияне перешли на игру в 5 полевых, но в итоге так и не взяли последний рубеж соперника. При этом свои пустые ворота получили еще две пробоины. 4-0 победа Ирана, который и стал триумфатором турнира. Обладателями серебра в составе сборной России стало трио игроков МФК «Тюмень» – Иван Милованов, Андрей Батрев и Сергей Абрамович. В Тюмени продолжается чемпионат страны по зимнему плаванию. На территории детского центра «Олимпийская ребячка» второй день соревнуются моржи не только из России. Состязается в сибирской ледяной воде даже мистер Кеннеди. К семье президента США он никакого отношения не имеет, но по-английски говорит. Эти соревнования очень-очень сильные. Здесь много известных российских моржей, плюс участники из Великобритании и Чехии. Я плаваю в Сибири. Одним из соперников ирландца Джо Кеннеди в 25-метровой тюменской проруби стал Григорий Чащин из Каменска-Уральского. Он пропустить состязание в областной столице не мог, хоть и занимается закаливанием только с прошлого года. Уж очень нравится соревновательный азарт, причем именно в ледяной воде. Ну, я закаливаюсь, обливаюсь дома каждый день, то есть утром, вечером. А в прорубь хожу раз в неделю. Вот и детей привлекаю своих, то есть и сам хожу. Для хорошего настроения, для здоровья, показать пример, себя показать и других посмотреть. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте snta.ru. До свидания.